Ну что, всем привет, с вами старые знакомые. Уже какую серию И мы в вещаем? этой серии попытаемся поохотиться на эндерменов. Почему вы спросите? Потому что нам нужно попасть... Слушай, там ведьма. Где? Пошли за ней. Давай ее сначала. Если это не зомбак. Так, а, я это... вижу скелета. И вижу это то ли... зомбак, по-моему. Это ведьма. Ведьма? Эндермен! Где? Эндермен, да, блин, на кого? Это... Блин, ведьма. Он ушел, блин, давай ведьму. Давай ведьму. Она может кидаться, осторожно. Давай ее сзади, она сзади, сзади. Ее. Ай! Она меня отравила! Подла... Вали ее. Ай. Так. А что с нее выпало? Не знаю, но убивай этих. С ней ничего не выпало, зашибись. Миха, Миха, убивай этих, сейчас, у меня отравление. Иду. Да блин, я... Еще 18 секунд, я могу умереть. А я делать? Могу умереть. Так ты сейчас возродишься и вещи свои заберешь. Не далеко тут. Да-да-да. Только не подходи ко мне, к моим вещам, конечно же. Ты и жив еще? А не, я жив. Так ешь тогда. Мне нужно хп... Ага, что? Что я буду себя. Жрать? Ногу свою. Так, или сдохни вот, лучше, да. Потом появишься, заберешься. Короче... О, зомбак, убей меня. Только не подходи ко мне, к моим вещам, Миха, если еще. А хотя он может забрать мои вещи, сволочь. Кто, зомбак? Он же не умеет. Давай чё я от него выпал? Каменная гнилая плоть? Сожру. Нет, ты меня убьешь и вещи все подберу. Я отпрыгну быстро. А я лучше сделаю, я умру в дома. А, хотя жизнь не начинать восстанавливаться, пофиг, ладно. Ой. Да ты зачем? Сейчас вещи еще подберу. Нормально все, я вот скину тебе. Я не хочу, блин, потом разбираться с вещами. Нет, тут ничего, тут нормально все. Ага. Нормально все. Забирай. Взял, убил. Я ж случайно, ой, и все это. Так, железо у тебя было, да, вроде бы. Держи железо. Так, ах, а вот факела. Где моя печка? А, печка вижу. Еще два меча. Боже, где как все разбросалось. Где? Как вот все разбросалось. Вон меч, меч, ну ё-моё, меч-то вон лежит. Вижу меч. И потом ко мне, что там железо слитки лежат. Кирка. Все. И все вроде. Так, где был эндермен? Он такой странный. Странный. Давай такой, искать. Кстати. Так, зомбаки. Блин, уже нашел, они тут такие стрёмные. Так, вон, давай. Вон, нашел, нашел, вон, он нашел. Вон. Где-то, подожди, блин, он, я, вон он на дерево как-то он залез. Да ё. А, он на дерево. Давай, давай, давай сделаем, что он упал. На! Да, бей уронил. Его, бей его! Он, сюда. Вот он, вот он. Бей его. Я есть! Его убил. Так, тихо. Ничего не выпало. Что-то трещит, свистит. Это он просто с... раньше. Но ничего не выпало. Блин. Печаль. Просто печаль. Ай! Ай, да тебя бьют. Отлично, уходим отсюда. Так, у меня жизнь. Блин, уже неудачная охота. Ой, я лучше дальше отойду, там скелет. Пошли отсюда. У меня уже жизнями не так хорошо. 4,5. Нам бы еды бы найти нормально. Слушай, пошли на тот остров. Ай, да. Я застрял. Что за фигня? Ха-ха. Что это было такое? Скелет... Так, блин. О. Ладно, придется с ним разобраться. Умирать так... В бою. Боже, какой паук. Бей его, сволочи. Всё. О, отлично. Так, куд... Назад, ну, назад, я назад. Я сказал, что отлично. Так, давай на ту сторону пойдем. Может там хотя бы что-то есть? Там уж эндер найдем. Они же и еды. Иногда. Я, ну, в принципе, да, но... Пещера, пош... конечно, короче, о! Будет. Блин, я забыл пробил нажать. Во. Такая серия. Необычная. Охотническая. То ведьму, то этого. Правда, но вообще мы... не выпил. Мы решили ночью, нет. Кстати, давай почему-то это снимать. Так потому что эндер только ночью больше там. На ней днём, нам нужно ночью уже частее выходить, потому что нужно эндерменов. О, луна. Так что будем. Луна, ну да. А, они, кстати, бывают и днем, эти эндермены, кстати. Они вроде меньше. Курица! О! Наша первая. А.
Миха, Миха, главное, своих там скелет, убивает. Осторожно. Нормально, сейчас, ай. Тихо. Меня, все, убил. У меня один хп, крипер, крипер идет. Два крипера, ой. Ой, я умер. Тихо, а то меня убил. Так. Я иду. Можешь вернуться назад? Да-да-да, иду. Отлично. Не иди первый. А, понял, вместе. Пошли. А вещи так. Все спутались, да, там мы в одном месте? Без знания. Зашибись. Ну если что, будет что-то не хватать, наверное. А, так ты уже вышел, что ли? Да, я уже вышел. Ты чё, как там? Ай! Что я вышел? Я почему-то на крыше появился. Зашибись. Так, и где мои вещи, где твои? Что, забрали, что ли, всё? Охренеть. Ай. Ай, ещё бьют! Вообще класс! О, там за тобой армия идёт. Подожди, а где вещи-то? Реально. А где вещи? Неужели они собирать научились? Какая-то. Блин, какая-то пещера еще. Ну все, это смерть. Мы просрали все. Да. Я бы сказал, что это вообще неудачная охота. Слушай, сейчас-то надо У тебя зомби убил? Да меня все убило. Мне там куча так. Набежала и все. Я не знаю, что делать. У нас все вещи были, все, что можно. Так, я тебя жду. Сейчас пойдем. Вот они. Около крана иду. А, сейчас эндермена мы не встретим, потому что... А мы как его рукой, чтобы убить? Ого, я слышал зомби этого. Хрюка. Хряка, угу. Он из зада пришел. Блин, еще эти идут сбоку, осторожно. Пофиг, что подберем, главное оборониться от них. Хоть что-то подобрать, потому что там ничего да, нет. Да. Вот такое чувство, они забрали все. Так, где-то мы вот здесь... Где вещи? Так тут факел валя... Ай, забили, сволочь! Мне кажется, мы скорее днем найдем вещи свои, чем... Да по-любому у них. Нам придется их искать. Подожди, вещи, блин, где вещи где вообще? Я нашел яйцо только, но это курящие. Подожди, ты курицу убил? Нет, подожди, стой. Курица... Я курицу помню, что убил, но... Блин. Глупые, там вот там вот было, ну ё-моё. А, нет. Так, нет. Это точно не тут. Паука вижу. Ах ты, зомби с мечом, ты что? Ах, меня зомби с мечом убил, представляешь себе? Ты вообще выкладывать, он забрал наш меч и... Чё? Выкладывать, когда вообще собираешься? Ну, суббота, воскресенье, либо на следующей неделе. Надо после 9-го. У меня видео запланировано. Ой. Так. Какая разница? Ну как-то надо это согласоваться. Я еще одну серию даже не добавил. Я до тоже сих пор. Еще одну не добавил, 19-ю. Или какая? Не 19-ю, я не помню какая. Не помню какую, но. Я тоже одну не добавил, её добавлю. Давай, её тоже будем добавлять. Месяц добавим. Я ее добавлю. Пусть будет суббота. Не, воскресенье пусть будет. Да, воскресенье добавим, во. Так, уже день. И я вижу ведьму, класс. Просто класс. Маленький зомби, ты ж... Придется рукой отбиваться. Класс. В общем, наделали, короче, в общем, и просрали. Поздравляю, мы одну треть серии записали и просрали все. И меня убивает маленький за... О, я его убил. Блин, дождь что-то этот проклятый. Ищем вещи, ищем. Не, дождь так. Красивее стал, но все равно не это... Лучше без дождя. Так, слушай, пауков, они сейчас атаковать не будут. Зато скелет может... будет. Да, скелет будет, если... Да, скелет будет. И там баг. Вещи, ё-моё! Да. Собирай, всё потом разделим. Ведьма! Ведьма и этот еще. Собери. Ах! Да как я соберусь, там ведьма и скелет? Ты что, издеваешься? Да у меня тут самого засада. О, ты недалеко, кстати. У меня засада, у меня тут скелет. Ах ты, ах ты, ах ты, ах ты, ах ты, ах ты. Ай, паук, или кто там? Они вместе атакуют, что за бред? Чё ты, паук, ты днём не должен отковать? Да ё, ну ё. Сегодня не наш день. Я говорю, надо назвать серию просто неудачная охота. Вот какая она охота на эндерменов. Вот неудачная охота. Вот так серию надо назвать. Неудачная охота. С ведьмы ничего не выпало. С эндермена ничего не выпало. Сдохли. Почти все вещи потеряли. Скелет, иди отсюда. Уйди отсюда. Так, вещи вижу. Подбираю все вещи по барабану. Да, твои, потом мои. О, я нашел свои вещи. Это я твои подобрал.
Главное собрать. Потому что у меня уже места нет. Круто. А подожди, где-то уника я не вижу. Так, нить мы выкинем, яйцо мы выкинем, нить мы выкинем. Так, мне бы тебя найти. Я твою табличку не вижу вообще. Иди к воде, где... Я знаешь, иду куда-то вперед. Так. Зомбаки вижу. Так, сейчас я с ним разберусь. Ох, тебе, мне кажется, это плохая идея. Че, если там клацаешь? Без зомбаки. Так. Давай, умер. Лично. Я тебя потерял, подожди. Так, я возвращаюсь тогда к воде. Так, к воде. И плыви по берегу, короче. То есть, по берегу. Я еще не дошел. Где? О, подожди, что там, склянка какая-то. Ай, ведьма! Дай, лети, клади. Ведьма, я иду к тебе. Я не знаю, где она. Вот падла. Жива еще. Ты жив? Нет, она, я еще практически жив. У меня отравление идет. Я ведьму бью, может, забью ее, подожди. Давай, а мне скелет давай, атакует. Давай, ну что ж ты? Убил. А где ты? Может, другая ведьма? Ну, сдохни, ну чё она не подыхает? Вижу тебя! Ты видишь, как я её бью, да? Да, натруженно так бью её. Ну, помогай. О, убили. Тебе что-то выпало. А, подождай, заберу. Или тем... Порох, пошли за мной. Всё. Так, держи на всякий случай. Раз. Два. У меня все фигово с жизнью, заряд мне даешь. Мне надо пол сердечка. На морков. Сожри морков. Я выкину ее. Морков. Морков, может, поможет. Может быть, сейчас проверим. Вроде... Пошли. Может, да, чуть-чуть. Пополняется. Ну хотя бы чуть-чуть. Во. Так, во, видишь, мечи валяются. Вижу. Возьми один меч. Вижу эту XP-шку. Так, иди за мной. Вот тут еще что-то валялось. Где-то. О, мечи валяются, во. Смотри, меч валяется хотя бы какой-нибудь. Ты забрал его. Так. Блин, из-за этого дождя обработка дольше будет, наверное. Кадров больше. По барабану. Ладно. Так. Сколько... Так, у меня кирок. Аж раз, два, три, четыре. Ну, не все... А, шесть кирок. Держи. Раз, два... Так, подожди, точно шесть? Точно. Так, сколько у тебя таких обычных золотых мечей, ну, железных мечей? А, у меня три. У меня два, ладно. А таких обычных каменных? Три. Три? Да мне раз. Хватит. На, держи. Еще держи. У меня топор есть, если что. Пошли попробуем сейчас тут недалеко животину какую-нибудь найти. А то мы с голода будем умирать каждый раз. Пойдем. Я думаю, мы не потеряемся, потому что будем... Будем знать. О, слушай, мне кажется, мы этой дорогой уже ходили. Курица! Отлично. Вот. Ой, чуть не такое ударило. Это так. Курица была. Сдох. Еще курица? Ну, главное, свою курицу не убивает, а это убивает. Куда ты наверх? Смотри, она убегает. Курица-ассасин просто от стражников бежит. Так, куда тут дальше? Блин, дождь до сих пор идет. Еще курица. О, свинки! Отлично! Слушай, это хорошо. У нас на следующую ночь. Слушай, нам нужно железо добыть и с железной броней идти на них, блин. Хотя, мне кажется, не поможет. Надо все железо добыть. Кстати, как-то можно сделать лук, чтобы он был с бесконечными стрелами, я помню. Что заколдовать надо, либо 4. Да, 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 да. Два варианта только. Заколдовать только можно. Мы сейчас еды наберем и вернемся домой. Все. О, сколько курей! Курки игры. Так, а да, там таких что? Таких курей даже жалко убивать-то, ё-моё. Ну, такие глаза. Я тебя потерял. Так, давай немного... А, я вижу тебя, стой. Не иди никуда. О, курицу в полете убил, когда она летела. Ачивка где? О, нашел. У меня? Да. Так, пошли сюда, может, найдем какую-нибудь свинью. О, точно нашли. Где там сидит? А вот кончился. Она. Ё-моё. Дождь. Сколько тут курей? Нам как-нибудь надо свиней, то есть свининую ферму сделать. Да, так надо это. Нам нужна морковь. Нам точно. Нужна морковь, удочка и седло. Морковь и удочка. Седло точно. Есть.
Я видел. У нас в шкафу есть седло. А, да-да-да-да. Так, давай вот эти вот двух свиней не будем убивать, мы их приведем к себе. Давай. А у нас два седла или одно? Да, нам насрать на седла, мы же потом сделаем больше свиней и сможем их разводить. Срать будет, что ли, еще? Не, они смогут разводиться, и мы можем с них мясо получать. А, они же там, ух ты. Сделаем побольше ферм. Подкармливать их там, наверное. Не, мы не будем. Еще они худые будут какие-то. Главное посмотреть, есть ли у нас морковь. Удочка у нас, я помню, есть. Главное нам бы морковь найти бы. И все, мы приведем себе свиней. А, перед этим надо место сделать для них, точно. Давай в горе такой выбурим и так забором закроем, как бы. Лет. Слушай, можно прям вот тут вот сделать как-нибудь, знаешь, внутри. Подожди, сейчас. Да, и туда-туда. Ну, вот его прям, внутри, и там сделать большую свининую ферму. Вот, давай, это вообще прикольно будет. Вроде начинали с охоты, а закончили свиньями. Так, сейчас надо поставить эту еду на готов. О, отлично. Так, а у нас сколько вообще этих как его? У нас удочки есть с собой уже? Так, если еще можно сделать. Седло. Да седло не важно сейчас. Так, нам главное. Хочешь? Нам главное сейчас морковь есть. Нам главное сейчас уды. Мы же взять с собой не сможем, да. Смотри, нам главное сейчас седло не важно. Подожди. Так, подожди. Так, все, разложим вещи сначала, а потом уже. Так, дубовые листья. Морковку я вижу. Так. А, нам надо. Нам даже не надо этот удочка пока. Нам надо за эту сейчас делать, короче. Сейчас мы будем делать ферму. Их, что ты делаешь? Я ей все бросаю. Не бросай в кур, а то сдохну. Ладно, новый появится. Ага, не факт. Так, сделаем с булыжника. Сейчас сделаем эту, короче, лопату. Вот. У тебя есть факелы на всякий случай? У меня нету. У меня есть розы. А, вижу факелы. Так, пригодятся. Беру факелы. Так, надо немножко пожрать. Кстати, у меня что странно, звук дождя нету. У меня есть, но он меня уже бесит. Так, минуточку. Кстати, да, странно, Мих, у меня звука дождя нет. Ну что, отключил погоду полностью? Не, звук погоды есть. Ой, как же меня достал тут дождь уже, ё-моё. Ну, хорошо, что у меня звука нет. Какой-то хэви-рейн получается. Так, а где моя это? А, я не сделал лопату, точно. Я тебе тоже лопату сделаю. Что за серия? Фиговая охота, дождь льет весь день, да ё-моё. Держи лопату. Да? Я себе ее вкинул. Раз, два. Две. Все, пошли. Так, зрачку взяли. Надо взять. Так, зарина есть. Я не взял. Меня. Нет, печь-то хватит пока. Ой, курка, курка дохлая. Так, все, пошел. Дождь до сих пор идет. Вообще не будто Майнкрафт завис. Ну не завис, хаверей начался просто. Так. Тут уже нужна кирка, окей. Давай плотную делать, подожди. Да немножко даже выше иду. Выше получается. Там... Выше получается. А, в принципе. Там можно, да, если еще допилить. Если будет не хватать. Так, вот выше сейчас бы еще немножко бы поднять. Подожди, нам еще забор надо поделать. И калитку, и забор. Не калитку, это попозже. Забор у нас есть, вот забор у нас есть. А нас будет внутри. Нас будет внутри. Я хотел еще... А, или нет, надо калитку сделать все равно. Калитка нам все равно нужна. Вот, типа мини-вход такой. Опять. Поставим тут уже этой землей. Тихо. А. Ладно, чтобы они не ушли. Вот внутри уже можно будет расширять. Во. А с этой стороны у нас дырка, да? А, нет, смотри. О, тут тоже дырки нет. Ладно, тут поставить освещение, чтобы монстры не появились. Это да, тут зомби появятся. Да тут все свиньи сожрут у нас. Ну то будет сначала две свиньи, а потом уже станет больше. Нам бы людей еще разводить, жителей просто взять. Их невозможно разводить. Их можно открывать, две кровати поставить, они будут плодиться, кстати. Я думаю, хватит. Они могут плодиться, не в реале. Или еще давай сделаем.
Слушай, можно и коров сюда даже привезти. Давай сюда факел. Подожди, я придумал, смотри. Сейчас. Так. Видишь вот это вот, да, такое? Сейчас, подожди, я сейчас... Так, вот, все, так, нам сюда факелы поставим вот так вот. Нам нужны факелы. И вот сюда еще можно факелы. О, один-один. Там много факелов? Ставь вон туда еще, на всякий случай. Пускай все будет. Так, случай. Некрасиво. Почему? Во, так бы... Сейчас я сделал под этот... Под стиль. Во. О, ну прям это... Ну, чтобы у свиней было все красиво. Главное, у свиней все красиво, она все говно, да? Ну, оно так и есть. О. Так. Что ты тут это, некрасиво как-то сделал? Ну и вообще красота получается. Так это вообще убрать? Совет, блин, фигу. И делаем. Там сирень, стой, стой, там надо закрыть. А, ладно. Так, тут нам еще снизу. А, давай снизу поставим землю на всякий случай. Мне кажется, они без земли могут умереть. Слушай, свиньи уже лучше, чем я живу в реальной жизни, получается. Почему? Тут камни и песок тут. Ну, камни красивые. И ровные здесь, причем. Здесь у нас будет земля. Бесплатное электричество у свиней тут. Обзанное. У них не электричество. Все зажгутся. А зачем ты такую дырку делаешь? Они же не выберутся. Так, я же говорю, это для этого. Земля. Землю поставим. Мало ли, вдруг умрут. Без земли. Может, давай еще воды им поставим на всякий случай? О, подожди, а можем он траву сделать сюда? А ли она зарастет? Я думаю, зарастет. У тебя есть земля, кстати? Сейчас я сделаю кое-что. Сейчас. А вот вход погоди, будет у нас... А, то есть, оно когда рубишь с травой, оно не без травы, да, получается? Оно, ну ладно, получается, зарастет. Я хотел просто, да, сирени там насадить разные. А, не, она так сажается. Вход у нас будет такой. Отлично. Нам надо вот еще это осталось. Блин, Миха, можешь тут... А. У тебя земля осталась? Но... Не, это не надо, это ну, не красиво. Надо. Чё... Ну, ты что, трава, какая трава? Свиньям красиво. Свиньям красиво. Так вот. Чё ты хочешь сделать? Во, это хай, пусть останется, сейчас я там. Воду нальешь? Да. Когда все забасрут там все. Засрут. У меня пшеница, кстати, семена есть. Уже ночь. У нас там плуг есть? Так, а я уже забыл, как калитка делается. Калитка? Ох, ё-моё. Так вот, я тебе тоже не подскажу, сам забыл. Так, я помню, что нужно дерево, а у нас дерева не очень много. Так, что я хотел взять? Я хотел взять ведро. А, ведро сейчас сделаю. Ведро воды. Сейчас пшеницу, блин, засажу тут немножко. Ох, нихрена себе. Ой, пошли зомбаки, ой, пошли. У тебя слышно было гром? Да, слышно. Круто. Ещё как. Пошли спать. Пошли. Убьем зомбака и спать. Ты помнишь хотя бы где твоя кровать? Там нас подписано, чё как не помнить. Подписчики кровати. У нас подписано все. Блин, забыл. Гроза, надо валить спать. Давай спать, а то дождь уже как прям надоел мне уж. Может он кончится хотя бы. У нас синяя кровать. О, какие-то кровати даже другие. Блин, красный стал синий. О. Ой, как не вовремя кто-то зашел в этот канал. Так. Слышно, это будет на записи. Так, минуточку. Бади. Так. Так, я снял записи, кое-что выключил. А, там просто какое-то тело заходило там, это у нас. Да. Я даже подозреваю, какой возможно, ну ладно. Так, что я хотел сделать? А, вода. Тогда и пойдем сейчас за свинюшками. У нас осталось буквально 30 секунд. А, калитка. 30 секунд заливаем. Да не, сейчас главное хотя бы калитку сделать, тогда калитка уже можно. Как там? Сейчас вспомним. Помнишь, там нужны какие-то... Ну, короче... Может быть, там надо как бы
дерево, дерево и в серединке такое. Там. Я помню дерево и это. Ведьма, иди сюда, ведьма! Быстрее! Ведьма. Она меня кусает. Иду. А кусает я или... за это забил. А, забил. Она у меня трава идет. А что, она мне пирожок какой дал? Да? Сожри что-то, сожри. Я. Так, делаем. Она все равно убавляется. Ну жди. Главное, чтобы хп немножко восстанавливалось. 13. Ой, фигово, как восстанавливается. Ну ты выживешь, я помню. Я выжил тогда, что мне даже писал. Две, одна. Одно с половиной все. Будет. Одна у меня осталась. Так, калитка. Так, сначала надо сделать палки, я помню. 20 палок будет норм. У нас даже личный бассейн есть, я не знал уже, да, об этом. Может, оно так делается. Да, все верно, все верно, все верно. Да, все верно. Так. Тварь смотрит, а? О! О! Как раз. Ну что, пошли за свиньями? Или следующей серии? Давай следующей серии. Сам был Саня, Миха. И все. И давайте до следующей серии. Пока.